Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру Black Mesa, ремейк первого Half-Life. Итак, поверхностное натяжение. Вижу, там танки идут, блин. Хорошо, что я туда смылся. И сейчас я где-то в горах. Блин, музыка напрягает. Ауч. Блин, а чё так она громко-то? Так, надеюсь, тут ничего не обвалится. Да что такое-то? В скалу все патроны засадил. Так, тут я... Наверное, не залезу, да? Ну да, технологии еще не дошли, чтобы я лазил по канатам. Тук-тук. Есть тут кто? По-моему. Нету. Уу! Близко. А откуда? Да не двигайся ты, когда я в тебя стреляю. Хулиган. Да ладно. Ноу. Курсор, не подводи меня. Что-то он прям жесткий становится, когда из арбалета стреляет. Ага, молодец, спалился. Тихо. Так, а дальше? Гипотетически, вот эта штука мне нужна? Ну ладно, я засейвился. Убрал ее. Оп! Оказывается, не нужна. Отлично. Почти фуловый. Нет? Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так. Здесь у нас... Сейчас один момент. Надо было звук обновить. Стучать по крышке не вышло. Вау. Это что, я где-то должен был уже ракету найти, да? Но не нашел. Скорее всего, сейчас найду. Ракетницу, буду стрелять по вертушкам, пролетающим мимо. Из ящика, давай. Уловый.
Черт! Там реально вертуха. Это если бы я удачно спрыгнул, что ли? Сюда, да? Ну теперь-то все. Эх, какие виды. Аккуратно. Аккуратно. Что-то мне подсказывает, что сейчас я буду стрелять из ракетницы по летающему вертолету. У меня же нет ракетницы. Нету. Блин. Ты что-то сказал? Умирать. Ствол, ствол, ствол. Еще одна ракетница. Куча патронов на ракетницу, но нет ракетницы. Не открывается? Ноу. Ага. Ага. Я тебя вижу. Я тебя вижу. И вот она, ракетница. Ну, к ней никак не добраться. Сейчас проверим одну вещь. Да, вещь не сработала. Поэтому делаем немного другим. А, блин, здорово. Кстати, там можно выстрелить по ящикам. Нет? Ну, отлично. Фул и фул. Он даже самое веселое. Прям уже слышу, как лопасти вентиляторов. Ну, пропеллеров. В общем, винтов. Красная. Давай, где ты там? Ух, жара будет. В общем, под пулеметы не вставать, да? Больно. А перезаряжаться-то не забывай. Шел вон отсюда.
Ха! Победитель темных сил! Так. Благодарю. Ну, вроде все, чисто. Дальше ты чё? Дальше-то куда? А ты, может, здесь что-то сломал, когда падал? Да, так и есть. Так, 54 Патрика. Да. Бойцов. Что? Кстати, сколько вам нужно вот этих патронов? Один? Ау! Прям в лицо мне кидается. О, черт! Сейчас бомбить будут. Бау! Вот это спецэффекты. Вот это да, ударная волна. Ударная волна? Я в порядке? Я в порядке. Опа! Тихо. Подожди ломаться. Вот теперь можешь ломаться. И обратно в родную канализацию. Весь момент испортил, зараза. Блин, можно мне Патрики на ревик? Хулиганы. Вроде тихо. Из канализации да в канализацию. Так, вариантов у нас аж целых три. Допускаю, что вот это плохой вариант. Почему? Блин, больно. Ничего, канализационная крыса с вами поквитается. Ух ты. Ауч. Там, прямо там. Цель движется. Они меня не видят, но, блин. По-моему, неудачный заход. Ищите временно. Так. Сейф. Сайонара! Черт! Нет, это не все. Может, РПГ повременить? Может, надо будет танк ломать? Да что такое? Почему назад не залазит?
Блин, я уже говорил, что я ненавижу лестницы. Идешь вперед, потом нажимаешь назад, он не хочет заходить. Пущ-пущ-пущ! Пущ-пущ-пущ, атака! Да блин, это, короче, не важно, с какой стороны ты подходишь. Ну-ка назад. О каком стелсе здесь может идти речь? Ничего хорошего вот здесь не выйдет, да, наверное? Мне показалось. Тебе показалось, что ты взял его? Классное место нашел. Давай. Пущ-пущ. Пущ-пущ. А Джоджа. Пущ-пущ. Еще один точно остался. Зато он там заходит, говорит. Ну, наверное, время двигаться. Там точно не один остался. Почему после каждого раза я перезаряжаюсь? У меня же вон... А, все правильно, все правильно. Пущ-пущ! Гоу-гоу-гоу! Пущ-пущ-пущ! На черти! Так, мне еще один нужен, как минимум. Я его троих насчитал, пока бегал. Да-да, тебя слышу. Пущ-пущ-пущ! Блин, там потом еще и с танком, да? Надо что-то делать. Танк не здесь. Не здесь. Ух ты! Разрушаемость? В халфе? Пущ-пущ-пущ! Уже не ведется. А смысл? Где ты? Я понял, где-то еще один. Вижу, вижу. Или нет? Пущ-пущ! Пущ! Пущ! Все, что ли? Что-то мне как-то не по себе нажимать эту кнопочку, чтобы дверца еще открылась. Здесь нету. Тека. Пущ. Стоп. Вот, ну не зря они вот тут такую штуку взял. Не зря. Стоп, а еще лестница?
Черт, ладно. Зря они это сделали. Нет там никакой броньки. Блин, я теперь спать не смогу, если не проверю. Башню снесли. Что-то у нас Абрамс был, не? Так. Ага. И тут у нас патроны для пиу-пиу. РПГ-ха. Не, ну все, вариантов больше нету. Вот сюда, вот красные лампочки горят, значит, надо сделать их зелеными. Стоп, это не та дверь. Гипотеза не подтвердилась. Пущ-пущ. Пыщ-пыщ. Вертушка прошла. Черт. Блин, мне бы что-нибудь потяжелей. Последнее, что я слышал, был выстрел из гранатомета. Пущ, пущ. Броник. Nope. Где? Кто? Откуда? Я тебе покажу. Find the hole. Ай, черт. Так, везде все облазил. Здесь проходов нету. Там все мы разнесли, что могли. И завалю. А, это электрический. Электрический разорвали. Работяг били. Пущ, пущ. Чё за... Чё там, чё там, чё там? Сейчас будет бомбум? Нет, не взрывает. Ау! Может, друзьями будем? Чем прицеливаюсь, да? Тягивает ведь. Окей, там мины. И здесь мины. Ничего, у меня есть антимины.
Так, ну, я так допускаю, что мне нужно идти через эти. Через заминированный участок. Делать сначала вот так. Да сколько вас тут? А если я просто подойду, может появится... А, нет. Окей. Чё? Где? А ты где? Зайди обратно. Лошара. Интересно, я бы успел? Помогите! Чувак, ну вот это прям пункт назначения. Спасешь тебя от одной смерти, ты не поймешь, что происходит, и влетишь в другую. Так, ну, мне-то туда надо, нет? Я себе это обильно понаставили. Бум. Почему от взрыва одной... Не идет цепная реакция. Прицела не вижу. Ау! Понятно. Значит, мне и вправду туда надо. Не проблема, высокое напряжение, подумаешь. Ай! Зараза! Но сейчас меня грохнут с 8 хп-тами. Так, так. Ай, мне бы аптечку. Привет. Ты направляешься в комплекс Лямбда, верно? Да. Я сам туда шел, пока меня не ранили. И я просто на грани. Выгляни за дверь, и ты поймешь, что я имею в виду. Дай аптеку. Я буду дожидаться катастрофы здесь. Если ты собираешься идти дальше, я умоляю тебя. Ради всех нас. Вести себя очень осторожно. Чувак, у меня 8 хп. Естественно, осторожно. То есть вот почему ты решил, да? Чувствуешь, что-то горит? Сейчас, погоди. Нет! Окей. Нет, 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 ты не сделал этого.
Уф. Он не сделал этого. Восемь хп — это фиаско. Я победил, я победил. Оки-доки. Вообще самая просто нелепейшая ситуация. Там еще и газ. Короче, где моя это? Нет, нет, не может быть. Не может быть, чтобы это была единственная сохранка. Смотрите, там газ. Вся трабла в том, что я должен биться теперь ломиком. Потому что если я выстрелю, будет бум. А у меня, как назло, слетел сейф. Слетел чертов сейф. По-любому здесь кто-то должен быть. Не может быть такого. Черт побери! Ну, что-то качается. Слушайте, не нравится мне эта музыка. Мухи. Рука с мухами. Дайте угадаю, это как награда будет, да? Что там? 11 друзей Оушена. Десять друзей Оушена. Они заминировали все настолько, что я даже полутаться не могу. Это еще что? Так. Ну, я бы предпочел сюда пойти. Аптеку, аптеку, ну пожалуйста, да хоть одну аптеку.
О, бронька. Так, ну теперь, по крайней мере, не от одного укуса умру. От двух. Да ладно. Интересно. О-оу. Ха. Смекалка. Зачем мне патроны на гранатомет? Ты издеваешься? Поправка на ракетомет. Слушайте, а... вот если я хочу к нему попасть. Ить. Нет. Ага. Обалдеть, как я это сделал. Ну, была не была. Да. Я не вижу, как она соединяется с моей рукой. Крутяк. Слушайте, она не должна быть на правой руке? А, я всунуть должен. Так, ну в отличие от букашек, эта штука меня не бьет. Норм. Нашел имбу. Для атаки из-за угла. Сайонара! О, тут есть тема дробаш. Убери от меня этих ребят. Спасибо, я думал, мне капец. Да не за что, я просто тестировал пушку. Я думал, ты уже умер. Не пойми меня неправильно, приятель, но ты это лучшее, что со мной случилось за последнее время. Да, и вправду, тогда у тебя все хреново. Если я это лучшее. Кого-то ты мне напоминаешь. Да, если мы будем работать в паре, наши шансы на выживание увеличатся. Ну, пойдем посмотрим. Так ли это? Слушайте, я думал, мушки, они сами наводящиеся. А что-то даже нет такого. Чтобы они сами летели куда надо. Привет, мы с приятелем искали, нет ли здесь поблизости арсенала. По крайней мере, пока не попали в засаду. Если повезет, мы уже рядом. С засадой или с арсеналом? Береги голову, док. Черт, ты убила моего друга. Привет! Они... Не, ну своих бы они бомбить бы не стали, да? Значит, здесь нет никого. Черт побери. Извини, друг.
Бау. А теперь глянь сюда. Отродье. В смысле? Отстань от меня. Он только крикнул вниз и бам, взрыв. Блин, а чё с этой... рукой она каким макаром-то бьет? По-любому должна находить цели. Ой, это все это подозрительно, подозрительно. Ать. Блин, кусочки без аптечки. Ты черт, а? Попал. Ладно, подствольник не лучший вариант. Да что ты говоришь? И что же у тебя там для меня есть? Ноуп. Ноуп. Единственный ход сюда. По-моему, все-таки они находят. Ой, пуш-пуш. Ну давай, я тебе покажу пуш-пуш. А знаешь, как больно мне? Пуш-пуш. Да подвинься ты. Тяжелый системный блок. Так, вроде норм. Будем жить. Только покажитесь. Я обещаю, я дурак, я шмальну. Блин! Наконец-то кто не пытается меня убить. Ты же не пытаешься меня убить? Ну, чуть было не было, если честно. Сегодня по виду у тебя есть вкус к утонченным вещам. Попробуй. А если бы его грохнул, то что? Это здесь, док. Золотая жила. Что тут скажешь? У меня вкус к дорогим удовольствиям.
По-моему, это его друг, да? Он, кому мы потеряли там. Да-да-да-да. В каждом отсеке по полной, давай. Фулка. Так, теперь где-нибудь надо быть еще пару сумок с собой забрать. Вообще огонь будет. А почему этих? Хотя ладно. Фуловый. Я только хотел начать хныкать, что броньки нету по полной. Я, в общем, пойду, да? Наверное, парень, о котором говорил другие ученые. Ты наверняка взбесил солдат какой-нибудь грубостью. Нет, это не я. Я останусь здесь, посмотрю, смогу ли я задержать отряд с помощью радио. Я ни за что не допущу, чтобы все это снаряжение пропало. Ну и ладно. Подумаешь. Мне напарники не нужны. Да волк-одиночка. Дайте угадаю, теперь сюда. Нет. Не сюда? Да ну, это бред. Ну не иди же прям в обратку, алё. Nope. Стоп. Может, не надо было спрыгивать? Да нет. А эта дверь? Ну, заходим. Ученые. Кровь уже не плещет. Ребят, я пострелил его. Неправда. Не надо врать. А вот я тебя, да? Контрол, контрол. Черт. Знаешь что? Откуда ты ее пойдешь? Ладно, пойдем через этот. Так, ну чё, кого замочить в сортире? Надеюсь, не откроется мне со спины. Налево пойдешь. Дверь найдешь. В смысле, гранату. Не надо. Фига ты крепкий. А вот твой друг? Нет. Не хочу со спины, чтобы меня атаковали.
Nope. Нет, пусто. О! Я... Хорошо, зашел. Нет. Давай куда-нибудь здесь запилимся. Так, возможно, сейчас будет где-то справа, либо сзади. Нет, нет и нет. Ну, либо сзади, либо спереди. Нет, там вертушка. Ну, по крайней мере, их будет меньше. Надеюсь. О, у них там еще и гости. Главное, чтобы не со спины. Здесь нельзя пройти. С болью. Ой, что там происходит? По-моему, чисто. Может, эти жуки их не атакуют? Ну, как держатель руки, все дела. Та-да-дам-тум, та-да-дам-тум. Какие шансы, что здесь сейчас еще что-то будет? Да, по-моему, огромные. Только захожу сюда, и такие звуки. Молния. Нет, ладно, ошибся. Со всеми бывает. Так, стоп. По-моему, я немного потерялся. Здесь, по-моему, газ немного сквозит. А, во-во-во. Сюда? Сюда? Там турель. Так, здесь только аптечка. Ничего больше нету? Не пойду тогда. То фуловый, то на 8 жизнях. Ну-ка, ну-ка. Не понимаю. Ух ты, в лобешник мне. Вообще, знаешь что? На. Как ее перезаряжать, я так и не понял. Демонтировать. Вот так, что ли? Точно. Это же надо так придумать. Нет, просто R нажать и все. Ух уж это вейв. Так. По-моему, мне надо туда будет сейчас обратно возвращаться, потому что здесь все закрыто. Я в тупиковой. А, нет, ну ладно.
Так, давайте, наверное, на этом мы закончим. Уже там 55 минут. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Приходите к нам еще. Да. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. В новых видео. Пока-пока. ПТРК. Да, так и надо. Пыщ, 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 пыщ.